будем брать. Готовится. Смотри, если мы туда пойдем, уго увеличится. А это хуже мне. Я лучше здесь буду стрелять. Все. Дистанция какая сейчас? 580. Смотри. Это я чуть левее готовил его стрелять. Выше прошла, справа уходит. Можно работать. Дистанция примерно та же, по которому стреляли, задний идет. Еще выносом безо всякого. 1.5 метра выше было. Все. Ушли. Ага, ушли, ага. Выше, да? Угу. Вот кромка снега, которая над ним вот лежала, если сейчас посмотреть, где он лежал, вот. По кромке снега сыграла вообще пуля. Это горы, разряженность. О, минуты нет. Прямо над ним пролетело. Да. Промах. 980 метров, плюс 15 градусов наклон, лежащий тур. Пуля прошла сверху. Я думаю, это утро. Марево. Пулю просто подняло. Но отсутствие трофея после выстрела – это тоже результат. Ничего так не учит, как промах. Когда человек попадает, да, он попал, и все хорошо. А когда человек промахнулся, охотник в горах, здесь есть о чем подумать и сделать достаточно много выводов.